Ну что ж, ребят, это 56-й день, и на 56-й день я хотел бы, конечно же, рассказать о том, что я добился многого. Казалось бы, уже куда можно дальше двигаться? Понятное дело, что такое чувство, как будто я застрял, и в предыдущем ролике, честно говоря, мне так и показалось, но нет, нет, я дошел дальше, и сегодня вы как раз-таки увидите, чего я добился. Я в телеграм-канале уже анонсировал этот момент, поэтому все будет супер, мега, круто, по крайней мере, я на это надеюсь. Поэтому я думаю, что стоит начать. Всем привет, с вами Стивен, и я продолжаю играть в игру Mortal Kombat Mobile. Мы переходим и сразу же видим вот этого вот жесткого Джокера, потому что мне многие писали о том, что данный поединок практически непроходим. Или вообще непроходим, вот как-то так. Поэтому я думаю, стоит посмотреть на этот бой. Поехали! Также, ребят, на сайте gamegold.ru на данный момент проходят скидки. Переходи по ссылке в описании, вводи мои промокоды и получай самые шикарные бонусы на свой аккаунт. И самое главное, помни, что там самые низкие цены и быстрая доставка. Ссылочка будет в описании под этим роликом. Ну и что у меня здесь происходит? Я дошел до 187-го поединка, и здесь я, конечно же, застрял. Да, я прошел 185-й, прошел именно этим отрядом, получилось, вышло, готово. Ну, в общем-то, да, вышло вот этим вот отрядом кое-как пройти этот поединок. Но дальше снова ступор. Мне об этом писали и не раз, и я согласен. Здесь проблема далеко не в Джокере, потому что многие говорят о том, что проблема в Джокере. Здесь проблема в появлении метки смерти. Она как будто бы вообще здесь не появляется, потому что, ну, очень сложно словить метку смерти здесь. Очень сложно. Я сейчас, конечно, попробую отыграть что-нибудь, но вот, блин, вот меня уже побили. И смотрите, два удара, метки смерти. Смерти нет. Третий удар, метки смерти нет. И тут можно до бесконечности просто бить, и метки смерти может и не быть. Ну, да, в рифму получилось. Короче, я потерял двух персонажей. Тут далеко не в Джокере проблемы. Здесь проблемы в добивании Терминатора того же самого. Джокера я здесь могу отменить по факту. Смотрите, как это можно сделать. И, в принципе, Джокер, он будет истощаться. А вот Терминаторы... Вот Терминаторы — это главная проблема. Потому что, в принципе, я понимаю приблизительно, как можно этот поединок пройти за счет Sony Blade. Но, опять же, проблема только лишь в одном. Кстати, здесь можно убрать кабана, потому что кабан нам здесь не нужен. Кабан здесь бессмысленный. Ну, типа, он мне очень сильно помог в 185-м поединке. Здесь он мне особо не нужен. Чисто стоит по приколу. Один удар, нет метки смерти. Второй удар, метки смерти нет. Третий удар, метка смерти отсутствует. И вот в этом-то и самая глобальная проблема. Вот самая глобальная, это именно в том, что метка смерти, она куда-то ушла. Гулять, я не знаю, как даже этот момент описать. Вот, и тут, конечно, не хотелось бы по лицу карты получить, потому что я хотел бы отменить этого персонажа, но, видимо, да. Если бы выскочил первоначально сразу же Джокер, я бы его отменил и пытался как-то повесить метку смерти на Арнольда Шварценеггера. Но проблема в том, что, к сожалению, это не получается сделать. Потому что мало того, что она не срабатывает, метка смерти, так еще и Джокер постоянно не может выбраться. А так бой несложный. Я уверен, что я его тоже пройти смогу рано или поздно. Вот определенно. Просто здесь вся проблема в том, чтобы... После данного персонажа выбрал из Sony Blade. Потом за счет Sony Blade я, конечно же, отменю Джокера. За счет того, что я отменю Джокера, он мне не будет мешать со своими сраными картами. Но опять же, проблема вот, метка смерти повесила со второго удара. Блин, она должна... Две метки смерти повесилась, и это, конечно, хорошо. Но огонек-то перестал гореть. Перестал. А, вот снова появляется Терминатор. Ну и тут я виноват, потому что я нанес спецприем. А он спасал просто персонажа, как бы. Это и так ясно. Давайте вот здесь, наверное, выберем данного перса. И здесь нет смысла вешать привязку, потому что привязка будет не сработана. А замедление хотя бы мы можем реально повесить.
Так, вешаем замедление. Если сейчас выскочит Джокер, шансы есть. Шансы на победу имеются. Вот, выскочил Джокер, мы его сразу же отменяем. Ну и тут нас выносит, конечно. Ну и здесь метка еще работает. Она работает реально, но она сейчас исчезнет. Она исчезнет, ну это маловероятно, что перебил бы. Да, ну все, тут проигрыш. Опять же, видите, в принципе, победить можно. Пытаться что-то делать. Авось повезет. Со 185-м поединком такая же ситуация была. Ты бился, бился, бился. В какой-то момент повезло, и проблем нет. Поэтому, да, пока застрял на 187-м. Но приблизительно хотя бы механика боя, она понятна. Здесь похожая ситуация. Люкван восстанавливается, но... Sony Blade, то же самое, его можно будет отменить. Поэтому тут проблем как-то поменьше, мне кажется. Здесь выбираем сразу же данного персонажа. Молот гнева я оставлю Sony. Что мы здесь вообще поставим? Вопрос, конечно, интересно. Зубы дракона, наверное, пускай остаются. Это башня черного дракона. Как раз-таки увеличенный урон нам 100% не помешает. Далее, что я бы хотел еще сюда... бахнуть. Зубы дракона у нас есть, поэтому, наверное, поставим сюда вот эту вот штуку. Она нам может помочь. Далее, я, наверное, все-таки поставлю еще какой-нибудь меч. Или вот боксерские перчатки, например. Неплохая тема. Успешно замедление можно повесить. И еще мы поставим... да, гордость ремесленника я забрал на Соню. Ладно, пускай будет. Маску элементаля земли. Отрицательные эффекты хоть какие-то будут... отрицаться, и ладно. Ну и давайте попробуем. Если я дойду сегодня хотя бы до 140-го поединка, этот ролик уже будет, скажем так, не совсем обычный. Поэтому, опять же, плюсы имеются. Так, поджог совершен. Здесь 700 тысяч у персонажей. Это жесть, это реальная жесть. Но что поделать, будем сейчас как-то отыгрывать. Надо, чтобы здесь замена произошла. Все. Ну, на 3 атаки больше, и все, и... Вот, все, мы отменили этого перса, теперь мы можем выпустить даже Скорпа здесь. Нам главное, чтобы мы не потеряли кое-каких персонажей. Выскакивает, но выскакивает не так, как надо. Какивает. Да, именно, выскакивает не так, как нужно. И все, игра фризить начала. Ну, да, вот такой вот момент. Ну, отыграли хотя бы 2 поединка, и то хорошо. Там я уже дальше покажу, что и как, потому что, опять же, такая ситуация вполне может быть, и вот она произошла. Но при этом мы все равно побеждаем. Это главное. И добивать персонажа только лишь Скорпионом вообще не вариант. Почему? Потому что... ну, это вообще далеко не вариант. Просто потому что это не вариант. Двое персонажа таким образом, мы не будем поджигать Люкана. А нам надо, чтобы он истощился хотя бы немножко. Вот, поэтому да, тут такая довольно интересная штука получается. То, что нужно побеждать как по крайней мере двоих персонажей. Это еще и Таня Криомант, которая тут в принципе живее всех живых. Можно было, кстати, ее слить, но я что, не получилось это сделать. Тихо. Блин, ну атакуй ты ее, пробей блок, пожалуйста, Скорпион. Ну не будь ты такой мразью. Да, ну тут он пробил, конечно, блок. Но здесь мне не особо-то и нужно. Так, ладно, может быть я... мне получится, по крайней мере, добить этого персонажа. Главное, чтобы на смену они не пошли. Так, хорошо. Здесь я в блок уйду. Ну и здесь снова поджог. Сейчас летит уже привязка. Да, все, супер. Но единственный момент, то что остался только лишь один Скорпион. И еще один момент, то что я уверен, что Люкан не совсем полностью истощен. Поэтому здесь тоже есть небольшие проблемки. Надо было не на запись этот бой проходить, потому что сейчас у меня фризит игра немножко. И поэтому, вот видите, я тапаю, но атаки не совсем срабатывают, как хотелось бы. Так, поджог и далее спецприем. Вроде как у Люкана должен исчезнуть был спецприем, но он почему-то остался. Хотя если он себя подожжет, в принципе-то я против не буду. Потому что он в любом случае сделает только себе хуже, не мне. Но у него накопился спецприем 2, поэтому нам в любом случае надо в 90% бить, так как нужно как-то вешать, да, увечья этому персонажу, потому что по-другому тогда мы не пройдем этот бой. И нужно это часто делать, поэтому на постоянке наносим спецприем 1. Ой, вот здесь вот я промахнулся. Ну, кстати, игра перестала немного фризить. Возможно, из-за того, что персонажи поисчезали, ну, как предположение, возможно. А хотя нет, продолжила. Ненадолго ее хватило. Так, о, все, отлично, попал в 99%. Это экстремальный бой получается. Ладно, сейчас все сделаем.
Хорошо, 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 хорошо. Выцепи его, отлично. Еще давай раз. Угу, так, молодец. И огонек. Все, отлично. Так, ну и теперь главное попасть. Все, супер, 95% попал. Ну пока, конечно, шансы не самые большие. Плюс он его накапливает потиху себе спецприем третий. Ну, имеется в виду Fatal Blow. Но вроде шансы пока есть. Ой, 86%. Но у него до сих пор висит, скажем так, увечья. Поэтому шансы имеются. Давай, перебивай его. Отлично, отлично. Так. О, все, супер, 92% попал. Он почти, кстати, себе нашаманил уже спецприем третий. Но пока шансы еще есть. Давай. Ой, меня здесь перехватило. Ну, блять. Ребят, ну я ненавижу эту игру, серьезно. Ну, 18 тысяч осталось, ну конченая игра. Вот в такие моменты, когда перебивает, ну, я просто-напросто не могу. Я пройду обязательно, до 140-го поединка, но мне кажется, что его лучше всего оставить на потом, потому что здесь сложно, очень сложно. Либо давайте я сейчас отсоединюсь. Пройду этот поединок, и мы продолжим. Как-то в первый раз у меня получилось лучше отыграть, сейчас даже хуже. Не знаю, с чем это связано, но мне сыпет души, поэтому, в принципе, не так плохо все. Ладно, давайте еще раз я на запись попробую пройти этот бой. Не получится, тогда пофигу. Лучше уже не мучиться, а пройти уже в какой-нибудь следующий раз, потому что что-то здесь вообще как-то все идет не совсем по плану, по которому мне хотелось бы, чтобы эти поединки шли. Но, блин, вот что поделать, на записи вообще никогда не получается нормально отыгрывать. Когда сидишь там, скажем так, в спокойствии, понимаешь, что записывать не надо, комментировать не надо, сосредотачиваешься на поединке и проходишь. Здесь как-то у меня не особо выходит. Но, блин, опять же, бывает. Так. Оба, давай, замена, сразу же отменяем его. Странно, что у меня он в прошлый раз выскочил, притом я не наносил спецприем второй, именно вот Sony, когда, в принципе, любой персонаж может выскочить. Так, здесь у меня тоже до сих пор увечья держится, это печальная ситуация. Так, вот здесь я мог использовать спецприем, а у меня до сих пор же увечья висит, да. Да, что-то я об этом не подумал. Ладно, замена. Блин, ну как они вовремя заменяются, то, что на постоянке умудряются мне увечья вешать. Это капец, у них везение, конечно, получше, нежели чем у меня. Минус персонаж. Снова сменился и повесил увечья. Блин, эта игра, конечно, вот бесит такими моментами, когда она не в твою пользу, а именно в пользу себя играет. Что за дичь? Так, отлично, добили хотя бы одного, замена, вот здесь вот в принципе шансы имеются. Если прям она не будет блокироваться особо, то шансы имеются победить. Так, наверное, здесь замену, блин, у него еще увечья держится. Почему не показывает время, сколько держится увечья на персонажах? Мне бы это было выгодно на деле. Так, опять фризить игра начала. Я уже даже попасть не могу нормально. Ну, ладно, пускай себя поджигает, кстати. Я не буду против. Спасибо, игра, что... Блин, не работает вот пробивание блока. Вообще не работает. О, все, ребят. Я тапаю, но... Это как будто бесполезно вообще, в принципе, делать. Так. Ой, не, все. Все, ГГ. Хорошая игра была, хорошая была боевка, но... Шансы не то чтобы практически, они тупо нулевые, потому что у него еще 300 тысяч, и нормально так накапливается спецприем. Ну, именно Fatal Blow. Он сразу, как только его юзанет, как только его накопит, он сразу же его юзанет. Это инфа сотка, всегда так это происходит, всегда прям. Не, шанс, конечно, есть. Сейчас, погодите, попробую. Шансы есть, и я прошел этот поединок. Но проблема вся в том, что тогда у меня фризить игра перестает. Видимо, это реально из-за того, что параллельно телефон заряжается. Ну, это не то, что я его заряжаю, просто по-другому картинку не запишешь. И вот такая вот ситуация и происходит. Чаще всего именно вот по этой причине. Ну, давайте попробуем этот хотя бы поединок. Может, он чуть легче будет, и мы его пройдем без особых проблем. Но то, что я уже поставил кое-какие рекорды для себя даже, это очень важно на деле. И да, тут смена отключена. Но этот бой несложный. Вы видите то, что здесь проблем вообще никаких нет. Потому что, ну, бой реально не самый сложный. Здесь вот выберется сейчас Скорпион истощить немного данных персов. Плюс мы уже привязку повесили, значит, данный персонаж спасать никого не будет. Кабанчик вообще тут не справится.
Поэтому все-таки здесь именно проблем с прохождением не будет. Шансы есть дойти даже до 140-го поединка. Какой-никакой рекорд даже выдать. Это неплохой результат будет. Так, ну здесь не пробился блок. Ну и ладно. Ну, в принципе-то один хрен. Ну, не пробился и не пробился. Может, сейчас... А, за счет страха тоже не получится. Ну и ладно. Ну и не надо нам этот страх. Так, ну, замена будет? Будет, будет. Ой, вот здесь я опять тормознул немножко. И здесь что-то торможу. Здесь, о, блок пробил. И то хорошо. Теперь пока что еще на сменах играть сможем. Это плюс огромнейший. Потому что, играя на сменах, шансы есть победить. Потому что, ну, персонаж меняется. Мы добиваем здесь немножко. И потом снова добиваем. А там один Люкаша остается. Ну, это уже не так сложно. Ой, Люкаша Кунлао. И при этом это еще и мастер Шаолиня. Ну, не самый такой прям жесткий персонаж, если пробивать ему блок, естественно. Не самый жесткий. Если блок не пробивать, то любой тут персонаж будет жестким, если блок не пробивать. Так, ну вот тут вот получилось, и победа. Да, да, дошли до 140-х боссов, получается. В принципе, для сегодня это замечательный результат, я думаю. Ну и здесь, конечно, тоже нужно будет подбирать какой-то определенный отряд. Здесь будет сложновато, здесь Сабыч. Его нужно как-то будет добить первым, чтобы он не восстанавливал. Либо метку смерти, опять же, ставить на данных персонажей. Поэтому здесь все, в принципе, это логично и понятно, как играть. Потому что, ну, здесь определенно вот такая вот связка будет самой лучшей. Я не помню, у меня здесь таланты на что стоят. А, так у меня на атаку таланты стояли, даже не на поджог. Блин, так может я 187-й бы прошел поединок, если бы у меня все на поджог стояло. Я что-то не то сделал. Да, ну ладно, окей, уже как бы потом поменяю все. Я все время таланты перенастраиваю, все время забываю их проверять, потому что на одном поединке требуются одни таланты, на другом поединке требуются другие таланты, и тут запутаешься по факту с этими талантами всеми. Так, ну давай, пробивай. Вот так вот, другое дело. Ну и здесь, да, здесь опять же акцент должен быть на метку смерти и далее выжигание просто персонажа. Метку смерти поставили, дальше уже полегче будет. А, здесь еще и заморозка работает. Ну это да, это печаль ситуация. И смотрите, у всех персонажей здоровье теряется. Ну тут, да, тут только за Ермачелло, если играть, то какие-то шансы есть на то, что мы будем побеждать. Потому что, ну вот посмотрите, мы потратили уже, получается, 300к на перси чисто за счет того, что их выжег по факту Ермак. Ермачелка нам помог очень сильно. Вот здесь, кстати, он добивает блок, но не всегда это работает. Плюс, видите, персонажи не хилятся даже. Это тоже огромнейший плюс на деле. Потому что все-таки нехилящиеся персонажи могут принести какую-то пользу. И закупать я советую именно Ермака, если вы хотите боссов именно побеждать. Потому что некоторые ребята советуют покупать только лишь Скорпиона Классику. Но при боссах Скорпион Классический, ну, не особо вас выручит. В то время как прокачанный Ермак может даже как неким помощником работать и наносить даже неплохой урон. Дамаг при там каком-нибудь, ну, не 10-м слиянии, понятно, его качать долго до 10-го, но в начале игры так точно. Вот видите, например, мы снесли 500к персонажу, 500 тысяч за один только бой. В принципе, не так плохо, я думаю, и пройти этот поединок уже становится чуточку легче. Это вот прям хорошо, это прям очень хорошо. Так, давайте я, наверное, снова зайду сюда в этот поединок, заскриним персонажей. И дальше уже пойдем открывать наборы. Да, сегодня будет 2 набора за 400 душ. Это хороший результат, потому что, в принципе, мы откроем 2 набора, плюс параллельно еще и откроем наборы снаряги. Сразу же 10 штучек, зарядим и посмотрим, что выпадет. Мне уже, мол, гнева не надо, он у меня 10-го слияния. А вот какая-нибудь экипа на блокбрейкер игра нужна как никогда. Но игра всегда выдает не то, что надо, вот вообще не то, что надо. Поэтому будем сейчас надеяться и верить в то, что игра наконец-таки не зайдет с небес и выдаст нам много блокбрейкеров. Нет, игра нихера не выдадет. Вот в этом проблема экипы. Ты вроде... Раньше она как-то легче качалась. Вот серьезно, за 2 месяца у меня получше экипа была, нежели чем сейчас. На блокбрейкер вообще надеяться не стоит.
В общем-то, открываю первый набор за 400, смотрим, что выпадет. Если выпадет алмазная карта сегодня, это просто имба-день будет, это разнос. Дойти до 140-х боссов, пройти еще к тому же и, там, я не знаю, и получить еще наборчик какой-то. Пройти этот злосчастный 185-й поединок и двигаться дальше. В общем-то, плюсы есть, ну, кроме того, что мне Кателькан выпал. Будешь открывать набор? Давайте, не я сейчас буду открывать набор, потому что... Ну вот, мне не везет, мне Кателькан выпал. Да. Ну, других и не надо. Других смысла нет открывать. Можно было... Знаете, у меня была идея сделать два новичка, один по классическим наборам, другой по МК-11, посмотреть, какой лучше затащит. Но это жестко будет. Я не вижу, что там падает. О, Кейси Кейдж Комбат Кап. Так я не видел, на экран я не смотрел. Второе слияние. Ну, не повезло, да. Не свезло как-то, вот, опять же. Но в любом случае, два набора открыли и плюс дошли до 140-х боссов. А вот это вот самое главное, это самое важное. Ты открыл? А на этом все, что? Один, да, но мне там тоже говно выпало. Вот, и поэтому, да, вот такая вот ситуация, вот такой вот видеоролик. В общем-то, ждем 57-го дня, может, там что-то получше будет. Потому что, ну, 56-й день, это классный день. Это прям прикольный день в плане прохождения боссов. Но во всем остальном, конечно, хотелось бы лучше. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока и до новых встреч.